Здравствуйте. Давайте начнем. Во-первых, варианты самостоятельные у вас лежат на почте группы. А ваше распределение по вариантам давайте мы сейчас сгенерируем вот прямо при вас. Смотрите, вот список фамилий, где генератор случайных чисел от 1 до 6. И вот я генерирую. И для второго столбика аналогично. Так, вот, пожалуйста, номера ваших вариантов. Далее, время. Обратите внимание, значит, Google Class мы пока не используем. Письма с фотографиями решений присылайте мне на почту. Вот сверху написано. Та почта, с которой я вам рассылаю письма по поводу учебных всяких вопросов. Тема письма, обратите, пожалуйста, внимание, тема письма определенная. 197, фамилия, имя. И время, наш дедлайн, до которого должно прийти письмо, 16:35. То есть у вас 14 минут, начиная с этого момента. Ну, я понимаю, там могут быть какие-то сбои в интернете, не сразу письмо доходит. Значит, давайте договоримся так, 16:40 – это железное ограничение. Письма, пришедшие после 16:40, будут проигнорированы. Просто проигнорированы. Вот. Удачи вам. Пожалуйста, работаем. Самостоятельная работа на групповой почте CSBAMI197. Народ, нашли самостоятельную работу? Остальные? Да, хорошо, хорошо, я понял. Угу.
Сколько у нас времени, вы подскажете? 3 минуты осталось. А скажите, пожалуйста, вы на экране не видите? Я показываю демонстрацию экрана, и здесь, кажется, все написано. Тема письма 197, фамилия, имя. Видно все, да. У нас же до 40 минут, вы сказали, не до 35. До 35 должно прийти письмо. Я имею в виду, что до 40 – это в случае там, каких-то неполадок в интернете. Просто не рискуйте, не отправляйте позже 35. Так, ну что ж, самостоятельный, значит, все. Начнем семинар. Какая у нас еще время на отправку есть? Ну, на отправку, наверное, есть. Но если, я говорю, если вот 40 минут, это вообще критическая граница. Но это не значит, что в 40 минут вы должны отправить, а значит, что до 40 минут должно прийти. Понимаете, да? Так, господа, просьба микрофоны выключить. Итак, тема наша сегодняшняя – исследование сходимости функционального ряда. Первая задача. Вот такой ряд. Сумма по n от 2 до бесконечности. Извините, там просят спросить, какая почта. Просто вы убрали в чате? Почта та, с которой вам пришло письмо с вариантами. emaevsky@mail.ru. Вот такой вот ряд. Требуется найти множество абсолютной и множество условной сходимости ряда. Да, Почта России, это прекрасно, Денис, молодец. Множество абсолютной, множество условной сходимости ряда. Множество сходимости давайте найдем.
найдем множество сходимости. То есть множество всех тех x, при которых ряд сходится. Для этого, имея в виду признак Дирихле, давайте сделаем вот что. Возьмем последовательность а n от x, равную 1 делить на n на логарифм в степени x от n. Давайте заметим, что какой бы я ни взял x, положительный или отрицательный, да, при любом x, принадлежащем r, эта последовательность будет бесконечно малой. То есть она стремится к нулю для любого x, принадлежащего r. А насчет монотонного убывания, в общем, это тоже довольно очевидно. Но, тем не менее, давайте формально посчитаем производную и проверим. Возьмем функцию φ от t, равную 1 делить на t логарифм t в степени x. И посчитаем производную. Значит, φ' от t равно минус единица на весь этот знаменатель в квадрате умножить на производную знаменателя. То есть умножить на логарифм в степени x плюс t на x на логарифм в степени x минус 1 на единицу на t. Дальше нас интересует поведение производной при t, стремящемся к плюс бесконечности. Давайте заметим, что если t стремится к плюс бесконечности, то логарифм t – это бесконечно большая величина. Поэтому нам нужно выносить наибольшую степень, логарифм в степени x. Давайте вынесем. Значит, минус единица делить на квадрат умножить на логарифм в степени x от t умножить на скобку единица плюс, t сократилось, x делить на логарифм t. Теперь, какой бы я ни взял x, вот эта дробь будет стремиться к нулю, а если она будет стремиться к нулю, то знак здесь получится плюс рано или поздно. Поэтому знак всего выражения будет минус, то есть меньше нуля, да, начиная с некоторого номера n, ну, начиная с некоторого x нулевого, который зависит от t. Извините, начиная с некоторого t нулевого, которое зависит от x, конечно, так. Следовательно, последовательность an, значит, следовательно, an будет убывать по n при достаточно больших номерах, значит, при n больше либо равного некоего там n нулевого, зависящего от x. То есть для каждого x, вообще говоря, свой начальный номер. Теперь последовательность bn. Bn от x – это будет, соответственно, косинус nx. Ну а теперь я вынужден, наверное, на другой слайд переключиться, потому что здесь уже снизу места нет. Мне нужно доказать, что последовательность bn от x имеет ограниченные частичные суммы. Извините, давайте можно рассмотрим... перебить вас? А вы, ну, насчет семинаров и лекций, вы не думали перейти на Microsoft Whiteboard? Вау. А что это? Microsoft Whiteboard – это доска от Microsoft. Если расширить к ней доступ студентам, они могут свободно по ней перемещаться. Вот. У нас так по линейной алгебре в прошлом году проходили лекции. Чем это удобно? То, что вы даже если переключать будете, ну, какие-то слайды, то другие ребята могут потом смотреть. А, я понял, что вы можете независимо от меня листать. Да. Я понял, что вы можете листать независимо от меня. Да, ну это хорошая штука. Меня просто смущает, что это Microsoft. Она вообще как? Это веб-сервис или что? Ну, это приложение на Windows просто обычное. Нет, если приложение на Windows, то оно у меня не пойдет, потому что у меня Ubuntu. Вроде еще веб-версия есть. Можете перелистнуть страницу? А, вот как раз, да. По этому поводу. Ну, вы рассмотрите, пожалуйста, ладно, такой вариант. Просто у нас... Да, конечно. Это. Спасибо. Хорошо. О, еще один момент, там, что классно, потом, чтобы не пересматривать семинар, чтобы понять, как разбирали номер,
выгружается доска в виде фотографии такой большой, где все написано, и удобно по ней будет смотреть уже все, все записи. А, ладно, хорошо, спасибо, я понял. Так, вот нам нужно оценить вот такую сумму. То есть это есть косинус x плюс и так далее, плюс косинус nx. Ну и тут нам придется исключить значение x равно 2 π k, потому что мы сейчас будем делить и умножать на синус половинного угла. Значит, при x не равно 2 π k мы можем сказать следующее. Мы можем домножить это на синус половинного угла и разделить на синус половинного угла, ну то, что мы уже делали не один раз, и написать, что это равно вот чему. В знаменателе будет 2 синус половинного угла, а в числителе будет, соответственно, синус того, что здесь наибольшее получится, минус синус, собственно, половинного угла. Ну и мы понимаем, что если x не равно 2 π k, то это все будет по модулю мажорироваться сверху, значит, b1 плюс и так далее, плюс bn будет меньше либо равно, чем 2, то есть чем единица просто, делить на модуль синуса x пополам. Таким образом, при любом x не равном 2 π k, ряд сходится, ну, давайте заметим, по признаку Дирихле. Давайте посмотрим, что произойдет, если x равно 2 π k. Значит, если x равно 2 π k. Вот так быстро все говорите, что я только успеваю записывать. Все. Что-что? Вот так быстро все говорите, что я только успеваю записывать. Может, как-нибудь помедленнее будет? Может быть, как-то побыстрее писать? Да тут не в писании дело, а в понимании, то, что я не успеваю хватиться, сразу к другому переходить. Значит, если x равно 2 π k, давайте посмотрим на наш ряд исходный. Вот он вот так выглядит. Да? Давайте я подставлю x равно 2 π k. У нас получится вот такой ряд. Сумма по n от единицы до бесконечности, от двойки, да, у нас там было, от двойки до бесконечности. Косинус. Косинус у нас будет равен единице. Значит, знаменателя логарифм в степени x от n. Ну, я имею в виду, что x равно 2 π k, просто для удобства не стал это писать. Ну и теперь смотрите. Вот такой у нас получился положительный ряд. Мы знаем, что он сходится при x большем единицы и расходится при x меньше либо равном единице. Следовательно, окончательно мы можем сказать, что множество сходимости исходного ряда будет следующее. Это вся числовая прямая минус те точки 2 π k, для которых получается x меньше либо равно единице. То есть те точки 2 π k, для которых k принадлежит z, целое число, и k, соответственно, меньше либо равно нуля. Вот. Это множество сходимости. Теперь, чтобы найти множество условной и множество абсолютной сходимости, давайте найдем множество абсолютной сходимости. Итак, насчет абсолютной сходимости поговорим. Ну, вы предупреждаете, когда прилистывать будете. Думаю, как-то не успеваю фотографировать. Спасибо. Насчет абсолютной сходимости. Оценим по модулю. Значит, вот у нас есть наш ряд. Давайте по модулю его возьмем. Ну и мы можем сказать, естественно, что он меньше либо равен, чем вот такой ряд. Следовательно, будет сходиться по признаку сравнения, это же положительный ряд, по признаку сравнения будет сходиться, когда x строго больше единицы. Давайте теперь докажем, что если x меньше либо равно единице, то ряд будет расходящимся. Что будет, когда x меньше либо равно единице?
В этом случае можем написать следующее. Давайте частичную сумму возьмем, чтобы было более корректно. Можем написать, что эта частичная сумма больше либо равна, и заменить косинус на косинус в квадрате. А далее косинус в квадрате расписать по формуле понижения степени. И будет косинус двойного угла. Теперь насчет первого ряда мы понимаем, что он расходится, ну, при таких иксах. Вот, а насчет второго икса мы можем, насчет второго ряда мы можем заметить, что он сходится по признаку Дирихле, если только у нас числители единицы не получается, то есть при x неравном пик. Ну а теперь x равный пик нам придется таки отдельно все-таки рассмотреть. Значит, если теперь x равно пик, то что мы будем иметь? Мы будем просто иметь ряд, у которого в числителе единичка. Ну и про него мы уже все знаем, как бы, да, мы уже выше написали ответ. Соответственно, мы можем заметить, что при x меньше либо равном единице ряд расходится в любом случае, да. Пк или не пк, все равно ряд, получается, расходится, когда x меньше либо равно 1. Итого множество абсолютной сходимости. Множество абсолютной сходимости – это промежуток от единицы до плюс бесконечности, не включая единицу. Ну и теперь, отвечая на вопрос задачи найти множество абсолютной сходимости и множество условной сходимости, мы можем сказать следующее. Вот множество абсолютной сходимости найдено. А чтобы найти множество условной сходимости, нам нужно из множества сходимости вычесть множество абсолютной сходимости. Поскольку, как мы понимаем, если ряд сходится, то он сходится либо абсолютно, либо условно. Да? Значит, чтобы найти множество тех x, при которых ряд сходится условно, мы должны взять множество всех тех x, при которых ряд сходится, и вычесть из этого множества множество тех x, при которых ряд сходится абсолютно. То есть, вычитая из одного множества другое, мы получим множество условной сходимости нашего ряда. Вопросы по этой задаче? Вопрос. Вот условная сходимость – это то же самое, что и поточечная, да? Или нет? Нет. Поточечная сходимость – это сходимость при каждом значении x. Вот, смотрите. Поточечная сходимость – это сходимость при каждом значении x. Вот мы искали множество сходимости, да? Сходимость при каждом значении x. Теперь, условная сходимость означает следующее, что сам ряд сходится, а ряд, составленный из модулей, расходится. Но при данном значении x, разумеется, имеется в виду, да? При данном значении x сам ряд сходится, а ряд, составленный из модулей, расходится. То есть условная сходимость – это частный случай сходимости. То есть, как вы понимаете, да, не любой сходящийся ряд будет сходиться условно. Ясно, да, это? Да. Угу. Можно… Вопрос, собственно. Мы, то есть, вычитаем из-за того, что мы нашли множество сходимости, нашу абсолютную сходимость, поскольку у нас, если сходится условно, то не может сходиться абсолютно. Да? Верно. Да. А как мы нашли множество на прошлом слайде? Вот для сходимости. А мы, из этого надо вычесть еще сходимость, да? Вот абсолютно. Да, из этого множества нужно вычесть вот это множество. А в то множество мы вычитаем 2 пика, поскольку это у нас не подходит, так?
Но поскольку если x равно 2 пика, и при этом x меньше либо равно единице, то получается расходящийся ряд. Да. Понял, спасибо. Следующая задача. Сумма по n от единицы до бесконечности в числителе nx, а в знаменателе единица плюс n в кубе x в кубе. На множестве d интервал от 0 до единицы. Требуется доказать, что ряд сходится неравномерно. Доказать, что ряд сходится неравномерно. Обратите внимание на формат этой задачи. Надо доказать, надо две вещи обосновать. Во-первых, что ряд сходится, то есть при каждом значении x из множества d ряд должен сходящимся быть. А во-вторых, нужно обосновать, что ряд сходится неравномерно на множестве d, то есть не является сходящимся равномерно на множестве d. Итак, давайте займемся сначала первым вопросом. Докажем, что наш ряд сходится при каждом значении x из интервала 0,1. Для этого возьмем общий член ряда. И найдем его асимптотику. Ну, поскольку это же положительная величина, нам достаточно найти эквивалентную бесконечно малую. Мы можем вынести n из числителя, можем вынести n в кубе из знаменателя. У нас останется единица на n квадрат. Вот, вот это вот этот множитель будет стремиться к единице на x квадрат. Ну и получится, что ряд ведет себя как ряд единицы на n квадрат, то есть сходится, ну, для любого x, принадлежащего d. Теперь насчет равномерной сходимости. Напомню, что нам нужно доказать, что ряд не является равномерно сходящимся. Давайте для этого воспользуемся необходимым условием равномерной сходимости. Необходимое условие равномерной сходимости состоит в том, что последовательность АН, последовательность общих членов, общего члена, должна сходиться равномерно к нулю. Это норму надо? Равномерно сходиться к нулю на множестве d. Что? У нас же ведь норму надо вычесть из общего члена поточный предел. Ну, как норму ищем? Предел должен быть нулем. Это необходимое условие равномерной сходимости. То, что АН стремится к нулю, это просто необходимое условие сходимости. Давайте покажем, что в нашем случае вот это необходимое условие не выполняется. Значит, покажем, что оно не выполняется. Для этого давайте вспомним, что оно означает. Да, что означает вот этот равномерный предел, равный нулю. Это означает вот что. Что модуль а n от x должен быть меньше эпсилон при всех x, принадлежащих d, и всех номерах n, больше либо равных некоего начального номера, зависящего от эпсилон. То есть какое бы я малое эпсилон не загадал бы, это неравенство будет выполнено одновременно для всех x и всех номеров, начиная с некоторого начального номера. Да, можно вопрос? А вот если теорему Дени доказать то, что вот АН от Х неравномерно сходится, если хотя бы одно из условий теоремы Дени не выполнено, то все. Можно так сделать? Теорема Дени является достаточным условием. А, то есть вот так, да? Да, она является достаточным условием равномерной сходимости. Это же не критерий, поэтому нет. А на прошлом семинаре мы говорили про просто равномерную сходимость, а не условно равномерную сходимость. На прошлом семинаре мы говорили про последовательности, а не про ряды. Так. А вот
Я расписал сейчас определение того, что последовательность i над x равномерно сходится к нулю. Теперь давайте покажем, что в нашем случае это не работает. Ну, то есть в нашем случае можем подобрать эпсилон таким, что вот это неравенство не будет выполнено для всех иксов и при всех номерах. Давайте это сделаем. Давайте для каждого n, значит, для любого n, возьмем x равно 1 на n. Понятно, что x равно 1 на n в любом случае попадет в промежуток d, правильно? Ну, если n достаточно велико, если n начиная с двойки. Вот. И при этом что мы увидим? При этом мы увидим, что вот это an от выбранного x, то есть an от 1 на n, это будет единица, деленная на единицу плюс единица, то есть это будет 1/2. Ну и, следовательно, если я возьму эпсилон нулевое, равное 1/2, или еще меньше, да, можно взять 1/3, например, чтобы совсем было очевидно, то я увижу, что вот такое неравенство выполнено не будет. То есть, смотрите, мне нужно, чтобы оно было выполнено для всех иксов. А если мне для каждого номера n удается найти такой x, при котором неравенство не выполнено, значит, равномерной сходимости нет. Это ясно? А можно как бы интуитивно... А где противоречие? Так... Да, вот у меня вопрос, как догадаться до того, чтобы взять x равно 1 делим на n? Какая здесь логика? Логика очень простая. Смотрите, n должно быть большим, чтобы наш ряд, как бы сказать, вел себя как единица на n квадрат. Да? С другой стороны, когда мы n умножаем на x, результат этого произведения может быть любым. В частности, он может быть малым, потому что x у нас от нуля начиная. Ну, не включая 0, конечно, но может быть сколь угодно близким к нулю. Вот. Поэтому мы интуитивно понимаем, что несмотря на то, что вот n делить на n куб, оно как бы ведет себя как единица на n квадрат, но вот из-за того, что там есть множитель x, получается, что если я беру x очень близким к нулю, то вот эта величина, она будет вести себя уже не так. Да? Она будет вести себя уже не так. И вот теперь остается просто понять, насколько близким к нулю я должен взять x. Вот я для каждого номера n возьму x равно 1 на n. И увижу, что это неравенство меньше эпсилон выполнено не будет. Ну, оно, смотрите, в определении предела сказано, что оно должно быть выполнено для любого эпсилон. Ну, вот у меня конкретное эпсилон, для которого оно не выполнено. Если я возьму эпсилон равно 1/2, да, и возьму последовательность иксов 1 на n, то я замечу, что неравенство не выполняется. Еще раз, логика ясна? Смотрите, для любого эпсилон неравенство должно выполняться при всех иксах и при всех номерах, начиная с некоторого начального номера. В нашем случае возьмем эпсилон, скажем, равное 1/2, ну или 1/3, или 1/10, неважно. И для каждого номера n, какого угодно большого номера n, я могу взять x, равное 1 на n, и в этой точке x неравенство, очевидно, выполнено не будет. Понятно, в чем противоречие, Демид? Да, понял, спасибо. Угу. Так, ну, следующий номер, да? Вот такой. Сумма по n от единицы до бесконечности, корень n степени из x разделить на единица плюс x в степени n. Множество d – это полупрямая от единицы не включая до плюс бесконечности. Надо доказать, что ряд сходится неравномерно. Докажем, что ряд сходится, но сходится неравномерно. Для того, чтобы доказать, что он сходится, давайте оценим асимптотически общий член ряда. То есть вот в выражении корень n степени из x
делить на единицу плюс x в степени n, мы понимаем, что корень n степени из x стремится к одному, а x в степени n стремится к бесконечности при любом фиксированном x. Поэтому мы можем вынести большую величину, то есть 1 делить на x в степени n, и посмотреть на то, что останется. Останется у нас вот что. Ну и мы видим, что то, что осталось, оно стремится к одному. Значит, общий член нашего ряда, как бесконечно малое, эквивалентно единице на x в степени n. Следовательно, ряд сходится как ряд геометрической прогрессии, как 1 делить на x в степени n. Ряд сходится как ряд геометрической прогрессии. Это что касается сходимости. Теперь насчет равномерной сходимости. Почему в данном случае равномерная сходимость не будет иметь места? Здесь рекомендуется в этой задаче воспользоваться локализацией особенности. То есть мы можем заметить вот что. Если взять функцию f n от x, равную частичной сумме, ну то есть просто частичную сумму нашего ряда мы возьмем, просто чтобы это было похоже на наше обозначение с предыдущей темы, я обозначаю частичную сумму здесь не s, а f. Да? Ну, понятно, что это сути не меняет. Вот, беру частичную сумму нашего ряда. Понятно, что эта функция непрерывная. Она непрерывна на всей замкнутой полупрямой. От единицы включительно до плюс бесконечности. Ну, на самом деле, еще и от нуля, но это не важно, да? Главное, что от единицы. Далее. Последовательность fn от x сходится, как мы только что убедились. Ряд ведь сходится, да? То есть получается последовательность частичных сумм сходящаяся. Сходится на множестве d к некой функции f от x. Ну, мы ее, правда, не знаем. То есть чему равна сумма ряда, мы ведь не знаем, да? Но как бы это тут не особо важно, что мы ее не знаем, главное, что она есть. То есть для каждого значения x есть предел последовательности частичных сумм, то есть есть сумма ряда. Да, непрерывно как сумма непрерывных. Да? Вот в предыдущей строке функция непрерывна как сумма, это же конечная сумма. Вот когда мы к бесконечной сумме переходим, там может быть черт знает что уже. А вот когда у нас конечная сумма, мы понимаем, что если у нас конечная сумма и каждая слагаемая непрерывна, то, разумеется, и сумма будет непрерывной. Вот, значит, какой бы я x ни взял из множества d, ряд сходится, поэтому в пределе получается какая-то функция от x. То есть для каждого x свое значение. Теперь, что произойдет, если мы возьмем, x равно единице, то есть на границе промежутка, там, где функция еще непрерывна, значит, да, каждый член нашей функциональной последовательности непрерывен, а вот для рассматриваемого множества d единичка как бы уже не входит. Да? То есть мы вот, когда на сходимость рассматривали, мы единичку не изучали. Вот давайте посмотрим, что произойдет в единичке. В единичке мы видим, что у нас будет вот такая сумма. Просто 1, 1 вторая, да? 1 вторая. Вот, то есть просто будет n пополам. То есть стремится к бесконечности, правильно? То есть такая последовательность расходится. Ряд расходится в единице. И вот из этих трех условий следует, что на промежутке от 1 до плюс бесконечности равномерной сходимости нет. Можно еще раз объяснить вот эти последние три строки? Почему у нас из-за этого нет сходимости? Почему падение? Почему из-за этого нет сходимости? Потому что если она есть, то по критерию Каши должно выполняться следующее. Модуль разности fn от x минус fm от x меньше эпсилон
для всех x, и для любых n и n, начиная с некоторого начального номера n большого, зависящего от эпсилон. Это я критерий Каши расписал. Ну, в предположении, что есть равномерная сходимость. Да? Предположение, что есть равномерная сходимость. Теперь, поскольку функции fn от x непрерывны, то я могу здесь перейти к пределу, устремить x к единице. Что получится, если я x устремлю к единице? У меня получится, что модуль fn от единицы минус fm от единицы также будет меньше либо равен эпсилон. А из этого будет сходить, а из этого будет следовать, что последовательность fn от единицы должна быть сходящейся, что в явном виде противоречит тому, что у нас есть. Насчет, куда будет выложено, я не знаю, к сожалению, потому что запись веду не я, а учебный офис. Но, видимо, куда-то в YouTube, как обычно. Я думаю, что в той же группе она будет выложена, что и лекции, куда лекции выкладываются. Так, по этой задаче вопросов больше нет, я надеюсь, да? Двигаемся дальше. Номер 4. Номер 4 – вот такой вот ряд. Сумма по n от единицы до бесконечности x умножить на e в степени минус n квадрат x квадрат, где множество d – это полупрямая от нуля до плюс бесконечности. Задание следующее. Надо доказать, что ряд сходится неравномерно, опять же. Ряд сходится неравномерно. По порядку. Давайте установим сходимость ряда. Для этого просто заметим, что e в степени минус n квадрат x квадрат меньше либо равно, чем e в степени минус n на x квадрат. Ну и отсюда будет сразу следовать, что сумма нашего ряда, просто наш ряд, будет сверху оцениваться сходящимся рядом. Единица делить на e в степени x квадрат и в степени n. Да? Этот ряд сходится, ну и, следовательно, наш ряд тоже будет сходящимся. Это же положительный ряд. Для положительного ряда справедлива теорема сравнения. То есть, если мы оцениваем наш положительный ряд сверху другим положительным рядом, про который мы знаем, что он сходится, то и наш ряд тоже будет сходящимся. Это, я надеюсь, помните. Теперь нам надо доказать, что ряд сходится неравномерно. Мы это сделаем с помощью критерия Каши. Мы это сейчас сделаем с помощью критерия Каши. Из критерия Каши получается такое следствие, которое удобно использовать для доказательства неравномерности сходимости. Я про это следствие говорил на лекции, но давайте сейчас я его сформулирую еще раз. Значит, если есть такая последовательность x-ов, лежащая на множестве d, а также последовательность номеров mn-ных, номеров, поэтому лежащие в n, где там, может быть, вот так, вот, где n, где mn должна быть больше, чем n. Вот. И есть эпсилон нулевое, большее нуля. Такие что? Такие что выполняется вот такое неравенство. An в точке xn плюс an плюс первое в точке xn плюс и так далее, плюс a с номером mn в точке xn больше либо равно эпсилон нулевого. Вот. При всех n, начиная с некоторого начального номера n большого, то ряд не является сходящимся
равномерно. Значит, если выполнено вот это условие, то ряд может быть, например, даже просто расходящимся. То есть мы утверждаем, что он в этом случае не может сходиться равномерно. Да? В частности, он может просто расходиться. Впрочем, что касается нашего конкретного примера, мы уже доказали, что ряд сходится. Поэтому давайте применим выделенное утверждение для того, чтобы доказать, что он сходится неравномерно. Ну, здесь мы можем рассуждать по аналогии с номером 2. Вот там у нас тоже, помните, было произведение n на x. Понятно, что если я возьму x, то есть, видите, у меня x начинается с нуля, но, правда, ноль не включая. Понятно, что если я буду брать x ближе к нулю, то я буду получать показатель экспоненты тоже ближе, все ближе и ближе к нулю. Но сходимость нашего ряда ведь происходит из-за чего? Из-за того, что показатель экспоненты как раз-таки быстро стремится к минус бесконечности. Так вот, тем, что мы берем x близким к нулю, мы помешаем показателю, да, стремиться к минус бесконечности. Но точнее говоря, конечно, при каждом x останется, при каждом фиксированном значении x останется сходимость нашего ряда, да, e в степень будет стремиться к минус бесконечности, все это останется. Но сходимость не будет равномерной. То есть в разных точках x сходимость будет происходить с разной скоростью. Ну, давайте теперь возьмем конкретные последовательности. То есть вот xn, я возьму единицы на n в полной аналогии с номером 2. А mn я возьму 2n, ну, из тех соображений, что было n слагаемых вот здесь. Ну, на самом деле n плюс 1 слагаемое получится, да? Вот. Будет здесь n плюс 1 слагаемое. Теперь давайте посмотрим, что у нас получится вот при таком выборе. Я пишу в точности вот ту сумму, которая под знаком модуля написана. Ну, даже модуль могу оставить, хотя, конечно, в нашей ситуации там все положительно. Вот я пишу, значит, единица на n, e в степени минус n квадрат умножить на единицу на n квадрат, плюс 1 на n на e в степени минус n плюс 1 в квадрате на единицу на n квадрат, плюс и так далее, плюс последняя слагаемая единица на n на e в степени минус в скобках 2n в квадрате на единицу на n квадрат. Теперь я хочу оценить снизу написанную сумму. Давайте посмотрим на показатели экспоненты. Здесь e в минус 1. А здесь в конце e в минус 4. Ну, понятно, что все промежуточные слагаемые имеют показатель экспоненты между минус 1 и минус 4. Поэтому, чтобы оценить снизу, я могу написать так, что это больше либо равно, чем единица на n умножить на e в минус 4. То есть я выбрал наименьший показатель степени. И умножить на количество слагаемых. То есть вот таким произведением я оцениваю каждое слагаемое в сумме. Значит, осталось умножить на количество слагаемых. Ну, слагаемых n плюс 1 штука, но мне достаточно там до n его сократить, да, чтобы красивее это все выглядело. Вот, то есть это будет равно просто e в минус 4. То есть вот я вижу, да, что нашлось такое эпсилон нулевое, то есть конкретно e в минус 4, что неравенство вот такое вот выполнено. А это противоречит критерию Каши. То есть из этого сразу следует, что ряд сходится. Ну, то, что он сходится, отсюда не следует. То, что он сходится, мы с вами получили выше. Вот. А отсюда мы получаем, что он сходится неравномерно. То есть если только вот этим последним методом воспользоваться, то мы с вами докажем только, что ряд не является равномерно сходящимся. Но с учетом того, что у нас еще было первое действие, где мы показали, что ряд сходится, получается, что в итоге он сходится неравномерно. Вопросы по этой задаче? Как мы подобрали, что больше 1 на n умножено на e в минус 4? Это такое делать у нас?
Это оценка снизу для каждого слагаемого в сумме под знаком модуля. Смотрите, я же сказал, что у нас здесь есть какие степени у экспоненты? E в минус 1, да? Здесь E в минус 1 целое там чего-то еще. Здесь E в конце концов будет E в минус 4. Понятно, что все слагаемые имеют E в степени что-то промежуточное между минус 1 и минус 4. Поэтому, чтобы написать оценку снизу, я могу взять E в минус 4, правда? Каждое слагаемое этой суммы будет больше либо равно, чем единица на n умножить на E в минус 4. Вот, да, вот. Таким произведением я оцениваю снизу каждое слагаемое в этой сумме. А всего слагаемых у меня n плюс 1 штука. Ну, опять же, одно слагаемое выкинем и напишем, что это просто n. Да, больше, чем n. Вот. Вот так получается, да? Смотрите, понятно? Понятно. Да? Следующий пример. Следующий пример. Вот такой. Сумма по n от единицы до бесконечности дробь в числителе синус nx в знаменателе единица плюс n в девятой на x в четвертой. Множество d – это вся числовая прямая. Требуется доказать, что ряд сходится на множестве d равномерно. Значит, теперь нужно наоборот доказать равномерную сходимость. Надо доказать, что ряд сходится равномерно. Давайте воспользуемся признаком Вейерштрасса. Воспользуемся для этого признаком Вейерштрасса. По признаку Вейерштрасса мы должны оценить по модулю сверху общий член нашего ряда неким bn, да, некой величиной, которая от x не зависит и в сумме дает сходящийся ряд. Вот как найти это bn? Для этого давайте просто оценим сверху, найдем максимум. Но понятно, что сначала нам бы хотелось от синуса избавиться. Вот давайте избавимся от синуса с помощью следующего неравенства. Давайте вспомним, что модуль синуса x не превосходит модуля x. Поэтому мы можем написать, что модуль общего члена нашего ряда не превосходит модуля nx разделить на единица плюс n в девятой, x в четвертой. Теперь я хочу понять, каков максимум этой величины, когда x пробегает всю числовую прямую. Ну, это, вообще говоря, тяжело сделать, как бы сказать, методом пристального взгляда. Удобно просто по-честному посчитать супремум, посчитать максимум, да, как вот производную посчитать и так далее. То есть провести такое мини-исследование функции. Давайте заметим, что функция наша четная, ну, если с учетом модуля, она четная. Вот, поэтому достаточно очевидно рассмотреть x больше нуля. Давайте мы так и сделаем. Вот возьмем функцию фи от x. Ну, там есть еще зависимость от n, но она нам не важна в нашем контексте. Вот такую функцию. И при x больше либо равном нуля найдем максимум этой функции. Ну, то есть найдем производную ее. Видно, что здесь
будет два подобных слагаемых, потому что у нас n в десятой, x в четвертой, здесь тоже n в десятой, x в четвертой, да? Здесь единичка, а здесь минус 4, то есть будет минус 3. Значит, для того я могу n вынести за скобки, и будет единица минус 3 n в девятой, x в четвертой. Вот. Ну а теперь на числовой прямой, точнее говоря, даже полупрямой, наверное, да, мы можем отметить точку, в которой меняет знак числитель, то есть когда x – это корень четвертой степени из единицы делить на 3n в девятой. Ну и при x больших у меня получается знак минус, при x меньших получается знак плюс, то есть функция φ ведет себя вот таким вот образом. Соответственно, максимум будет достигаться вот в этой точке. И значит, продолжая цепочку неравенств, я могу написать меньше либо равно, вот сюда перенесу, значит, меньше либо равно, и подставляю x равное вот этой величине. Значит, n умножить на корень четвертой степени и в знаменателе. Ну и теперь 1 плюс 1 треть 4 третьих, значит, равно 3 четвертых. Еще у меня отсюда корень четвертой степени из тройки придет. Еще давайте домножим на корень четвертой степени из тройки. Ну и самое главное, у меня там есть n. Значит, n умножается на дробь знаменателя n в степени 9 четвертых. Значит, сокращая на n, я получу в знаменателе n в степени 5 четвертых. Ну, то есть, что в итоге у меня получается? В итоге у меня получается вот что. Что модуль АН от Х, да, модуль АН от Х, меньше либо равен С умножить на единицы на n в степени 5 четвертых. Ну, а ряд единицы на n в степени 5 четвертых сходится ведь, правильно? Следовательно, мой ряд, давайте его звездочкой обозначим, что ли, сходится равномерно, но на множестве d, то есть на всей числовой прямой. По признаку Вейерштрасса. По признаку Вейерштрасса. Вопросы, пожалуйста. Так, следующий пример. Рассмотрим вот такой ряд. Сумма по n от единицы до бесконечности минус единица в степени n делить на корень из n плюс корень из x на множестве d, которое будет замкнутой полупрямой от нуля до плюс бесконечности. Требуется доказать, что ряд сходится равномерно. Докажем, что ряд сходится равномерно. Обратим внимание, что это знакочередующийся ряд. Видите? Это знакочередующийся ряд. То есть это ряд вот такого вида.
А для рядов такого вида справедлива теорема Лейбница, признак Лейбница, который применим как к числовым рядам, так и к функциональным рядам. Для функциональных рядов он формулируется следующим образом. Если последовательность у n от x при каждом значении x убывает как последовательность, да, как функция от n, и равномерно стремится к нулю на множестве d, тогда ряд сходится равномерно. Вот. Это признак Лейбница, и мы сейчас им воспользуемся. Можно вопрос один? Различие функциональных рядов и просто рядов? Что-то не могу увидеть различия сейчас. Ну как, просто ряды, числовые ряды, мы их рассматриваем как суммы чисел, а функциональные ряды мы рассматриваем как суммы функций. При этом, конечно, в числовых рядах тоже может присутствовать параметр, да? Но мы, когда рассматривали числовые ряды, мы не смотрели на сумму ряда как на функцию параметра. А вот в задачах про функциональные ряды какой-то сбой произошел, и меня выбросило. Меня слышно, да? Да, да, можете повторить, вы там прервались, да, когда объясняли. Да, но я фактически все сказал, что хотел сказать. Я говорил вот о чем, что то, что мы применяли для числовых рядов, работает и для функциональных рядов. Но для функциональных рядов нас обычно еще интересует вопрос о том, будет ли ряд сходиться, ну, то есть поведение ряда как суммы функций, да, вопрос о функции, которую представляет собой ряд. Вот. И эти вопросы, естественно, мы не задаем, когда рассматриваем числовые ряды. Так, давайте вспомним, что это вообще было. Это был, наверное, номер 6, и он выглядел вот так. Итак, давайте применим сформулированный выше, он теперь уже не виден, но тем не менее он был сформулирован, признак Лейбница. Давайте рассмотрим последовательность у n от x, которая в нашем случае представляется вот в таком вот виде. Во-первых, мы можем заметить, что она в самом деле убывает при каждом x, да? Как функция от n, она убывает. То есть какой бы я x ни взял, за счет того, что знаменатель возрастает, получается, что дробь убывает. Во-вторых, откуда следует равномерное стремление к нулю? Равномерное стремление к нулю следует из того, что это меньше либо равно, чем 1 делить на корень из n. А 1 делить на корень из n стремится к нулю. Значит, отсюда вытекает, что у n от x наша будет равномерно стремиться к нулю на множестве d. Еще раз я напомню определение равномерной сходимости, хотя вы, конечно, должны были его знать, потому что сегодня была самостоятельная на эту тему. То есть супремум по всем x
от модуля вот такого. Ну да, минус 0, как бы предельная функция, да? Вот. Он у нас будет равен 1 делить на корень из m. И это стремится к нулю. Да? Это есть определение равномерной сходимости. Супремум модуля разности стремится к нулю. Так, это ясно, да? Вот. А из совокупности вот этих, вот, точнее говоря, из системы, да, из системы этих двух условий вытекает, что ряд сходится равномерно на множестве D по признаку Лейбница. А разве из нижнего не следует, что уже равномерно сходится? А, нет, не следует. Чтобы... Нужна монотонность. Без монотонности это, вообще говоря, неверно. Ну, соответствующий пример очень легко привести для числовых рядов. Здесь то же самое работает. То есть в признаке Лейбница условие монотонности последовательности является важным условием. Без выполнения этого условия мы не можем гарантировать сходимость ряда. Но простейший пример, в котором это не выполняется, ну, может быть, не простейший, но один из, вот, выглядит вот так. Корень из n, там минус единица в степени n, да, вот. Вот этот ряд оказывается расходящимся. Этот ряд расходится. Вот давайте вспомним вот этот пример. Это как раз пример к тому, что сейчас говорил Демид. Контрпример. То есть мы видим, что у n от x тут стремится к нулю, очевидно, да? В смысле, просто у n x тут нет. У n стремится к нулю, очевидно. Но из-за того, что стремление к нулю происходит не монотонно, да, ряд оказывается расходящимся. То есть тут речь, конечно, не идет о том, что каждый раз, когда стремление к нулю будет не монотонным, ряд будет расходиться. Речь идет просто о том, что если нет монотонного стремления к нулю, то мы не можем гарантировать его сходимость. То есть в признаке Лейбница условие монотонности последовательности является важным условием. Что-то у меня не получилось открыть чат. Может быть, вы мне там что-то в чате пишете, а я этого не вижу. Давайте сейчас я еще раз попробую. Нет, там ничего нет. Так, вот, давайте, на всякий случай, все-таки, чтобы он у меня был перед глазами. Просто если я сначала расшариваю экран, а потом, то потом у меня почему-то не открывается чат. Так странно себя ведет этот Zoom. Так. Хорошо. Следующий пример. Номер 7. Рассмотрим вот такой ряд. Рассмотрим его при всех x, то есть у нас будет d, это вся числовая прямая. Так же, как и в нескольких последних примерах, здесь требуется доказать, что ряд сходится равномерно. Докажем, что ряд сходится равномерно. Для этого рассмотрим, будем пользоваться признаком Дирихле. Значит, у нас цель в данном случае воспользоваться признаком Дирихле. И имея эту цель, давайте рассмотрим последовательность АН-ную вот такую. Это единица делить на корень из n квадрат плюс x квадрат. Давайте заметим, опять же, как и в предыдущем случае, что эта последовательность монотонно убывает по n. И в силу неравенства что это не превосходит n, да, которая стремится к нулю, получается, что она
равномерно на множестве d стремится к нулю. Теперь давайте рассмотрим последовательность bn. Это последовательность вот таких экспонентов. И чтобы воспользоваться признаком Дирихле, как вы, наверное, помните, нам нужно оценить частичную сумму таких bn. То есть нам нужно оценить вот такую сумму, да, b1 плюс и так далее, плюс bn. Ну, я пишу по модулю, хотя на самом деле, конечно, тут можно модуль не рисовать. Давайте оценим эту сумму. Сделаем следующее. Вот числовая прямая. Единица, двойка, тройка и так далее. Здесь где-то будет m минус 1, тут будет m, тут будет m плюс 1, тут будет m плюс 2, ну и так далее. Дальше я уже не буду писать. Предположим, что точка x попадает вот сюда. Ну, то есть, иными словами, m – это есть целая часть x. m – это есть целая часть x. Тогда мы можем написать следующие оценки. Мы можем написать, что e в степени минус модуль x минус m меньше либо равно e в нулевой. E в степени минус модуль x минус m плюс 1 тоже меньше либо равно e в нулевой. Теперь для следующих двух целых точек, вот я взял сначала целые точки, которые ближе всех расположены к x. Теперь для следующей пары целых точек, для m минус 1 и m плюс 2, я могу написать другие оценки. Я могу написать, что e в степени минус модуль x минус m минус 1. Смотрите, расстояние от x до m минус 1 будет как минимум единица. Да? Больше, ну, больше либо равно единице. Поэтому я могу написать, что это меньше либо равно, чем e в минус 1. И аналогично расстояние до вот этой точки m плюс 2 будет тоже как минимум единица. Поэтому e в степени минус модуль. Я тоже могу написать, что оно меньше либо равно e в минус 1. Ну и так далее. Продолжаю для всех целых точек. Тогда для суммы вот такой b1 плюс и так далее плюс bn я могу написать, что это меньше либо равно, чем... И складывать теперь вот по вот этому m. По, значит, m, m плюс 1, m минус 1, m плюс 2. Вот по всем вот этим целым точкам суммировать. Значит, что у меня получится? 2e в нулевое, в нулевой, плюс 2e в минус 1, плюс там 2e в минус 2, плюс и так далее. То есть на самом деле, конечно, у меня тут будет не и так далее, а какая-то конечная сумма за счет того, что влево у меня все закончится единичкой, да, последнее натуральное число. А вправо у меня как бы все закончится n, потому что я же только до n написал. Но на самом деле, конечно, я не обязательно должен на этом останавливаться. Мне же нужно написать оценку, которая справедлива для всех n. Вот. Поэтому я не буду останавливаться. Я пойду вправо дальше и напишу сумму ряда, да, ту, которая написана выше, с многоточием. Вот. Ну и еще небольшое замечание, что на самом деле, конечно, там рано или поздно будут в этой сумме не двойки, а единицы, потому что у меня слева натуральные числа закончатся. Но это опять же не важно, поскольку я пишу неравенство, да, неравенство, я могу себе позволить небольшой излишек здесь добавить. Вот я добавлю эти двойки, хотя, конечно, еще раз повторюсь, что начиная с некоторого места будут единицы. Добавлю просто для того, чтобы удобнее было оценить. Да? То есть это сейчас, это что? Это же просто сумма геометрической прогрессии, правильно? Вот, то есть я могу просто написать даже, чему конкретно она равна. Вот, она равна вот чему. Значит, вот таким вот образом я могу оценить частичную сумму последовательности bn от x. Оценка у меня равномерная по n и по x. Да? То есть для всех n и для всех x одновременно оцениваю сверху вот такой вот величиной. И из этих вот двух условий, из этого и вот этого, следует, что ряд сходится равномерно по
признаку Дирихле. То есть обратите внимание, для всех признаков, которые мы применяли к числовым рядам, справедливы соответствующие аналоги, которые работают для функциональных рядов и дают ответ на вопрос о равномерной сходимости. В частности, вот признак Дирихле. Помните признак Дирихле для числовых рядов? Собственно, разница только в том, что когда мы рассматриваем признак Дирихле для числовых рядов, здесь вот в этом вот месте требуется не равномерная сходимость к нулю, да, а просто стремление к нулю. Вот. А когда мы переходим к функциональным рядам, здесь должно быть равномерное стремление к нулю. И вот эта вот оценка сверху для частичной суммы последовательности bn должна быть тоже равномерной по x. То есть должна быть независящей от x. Да? Мы должны получить оценку сверху, независящую от x, для всех x сразу. Вот. Если такое получается, то работает признак Дирихле. И получается, что ряд, состоящий из произведений АН умножить на БН, будет равномерно сходящимся. Вопросы? Ну все, по всей видимости. Спасибо за семинар. Хорошо, пожалуйста. Да, да, важное дело еще. Насчет консультации. У нас следующий семинар во вторник, как вы, наверное, видели в расписании, да? И поэтому консультацию мы с вами проведем в понедельник. Значит, в понедельник в 7 вечера мы проводим консультацию по тем задачам, которые вот я сейчас на сегодняшнем семинаре частично разобрал. Ну, вам еще там на дом осталось довольно прилично. То есть там всего 28 задач в списке, но вот 7 из них я разобрал. То есть я разобрал по одному представителю из каждой, условно сказать, темы. Вот. Так что вот в понедельник, пожалуйста, да, Демид, вот в понедельник будет консультация для желающих. Если не хотите, можете не участвовать. Хорошо. Ну тогда на сегодня все. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.